Здорово. Сегодня, короче, это типа влог, наверное, будет. Посетим пару мест. Но одно точно посетим, поедем в Федоровку. Полетаем. Ну и при этом все будет, это, все путешествие, это, как это сниматься на видос, короче, увидите, в общем. Берем с собой дрончик, пробчики Genfen, моторчики T-Motor, F40 здесь где-то должно быть, вот. Регуль тоже Т-мотор, полетник Фоксер, камера Фоксер, видик Фоксер, это приемник Трейсер. Вот такой дрончик. Ачечи. Шарки. Нольчики. Ну, нулевые. Запасные пропы Генфены. Разные они тут. 43, 46 и F4S. АПА. Лютая. Радиомастер TX Max Pro One Left Edition. Батареечки берем с собой, чины Hobby Line, всяких разных, но это не только три штуки, типа у меня еще с собой есть, короче, тут. Вот, запасные тут антенки у меня, запасные батарейки там дальше для очков, для прошки, и еще немного инструментов, ключ типа и там шестигранники. И сегодня мы еще будем пробовать вот такую херамуду запускать, посмотрим, что выйдем. Но это будет это Юль делать. Потому что у меня плохо получается на крыле взлетать, там, короче, бедовый я в этом деле. Ну вот, короче, дальше это сейчас сложу, все. Вот, складываю. Аккуратненько у меня здесь все лежит так. Да, поближе сюда. Вот так вот. Сюда чечи. Так, дрончик сюда. Задел. Да, пропуск тут. Батареечки все складываем, всего там что-то пока у меня немного. У меня лежат там еще. Вот. Скоро подойдут. Так, аппаратуру аккуратненько складываем. Все это сюда так залазит. Это вот так вот раскладываю я. Вот. Квадрожок терек сюда. Блин, один беру, короче, квадрик. Второй у меня приемник просто на ровном месте. Трысак сдох. Вот, не знаю, что думаю вообще, короче, переходить на ЛРС-ку. Там посмотрим по бабкам. Вот. Так что вот. Все. Рюкзачок готов. Сейчас немножко это соберемся еще и поперли. Погнали, смотрим дальше. Ага. Что ты делаешь? Снимаю тебя. Как собираемся? Да. В поход. Куда мы собираемся? Тачку еще возьмем, вон рюкзак. Летать, да, собираемся? Так. Катим летать. Махай. Махай ручки. Вон там пал. Во! Красава! Трогаем, короче. Наш райончик. Здесь тоже думал улетнуть. Не знаю, правда, блин, опасно, но прекрасно. Посмотрим, короче, духу наберу сейчас. Вот, сделаем. Вон, поймем пикник, ну, Евгению, вроде как. У нас история печальная. А вот остановка. Рябинушка. Многим знакомая, я думаю. Кто-то стоит. Здорово. Ага, грузовичок. Все, дальше еще. Здесь ремонтные работы идут. Ну, проехали основную часть. Ну, вот так вот. Короче, можно будет. И тут, короче, сразу получится за домами, вот за этими, будет Волга.
Ну, заканчивается канал, типа Волга. Домишки классные. Красивенько. Друган у меня здесь тоже живет, Санек. Где-то здесь. Да, блин, проехал и уже. Ну, я в камеру, короче, смотрел и проморгал лучший дом. Он там тоже обустраивался. Вот здесь церковь у нас красивая. Все тоже хочу еще. Блин, я не знаю, разрешение, блин, брать надо, нет, на это, чтобы летать. Потому что вдруг это там это оскорбит что-нибудь такое. Поэтому я не рискую, короче. Вот, а как зайду, узнаю, если дадут добро, то и сниму, конечно, и там. Вот здесь еще один дом такой вообще кайфовый. Там вот наверху можно увидеть, короче, эти всякие штуки. Аисты, типа гнезда, тут все как... вообще кайфово, короче. По кайфу. Тоже бы облетал его. Но опять же таки, нужно спрашивать разрешение без спроса, по беспределу, как бы я не делаю эти вещи. Там старенькое место занято, приехали вот сюда, короче, здесь тоже по кайфу. Дорожка такая. Обычная дорога, деревенские дорожки, кайфовые, травки. Короче, здесь вот по кайфу вот так. Помедленно поведу. То есть места вообще кайфовые. Класс прям. Дубки такие кайфовые. Здесь даже это, как ее, земляника, что ли, как она называется? Ягодки. Вот они. Там вот железная дорога наверху. На этой штуке. Может быть, сюда еще зайдем. Тут вот дача. Тут еще речка вонючка есть такая. Вот, большая там рыбалка. Все хочу там полетать на один. Ну, над водой сую. Давно уже несколько раз. Поэтому, короче, погнали. Все, приехали на местность, показал, считаешь, начинаем раскладываться. Вон ребятня уже разложилась. Водорог. Топчик, ручечка, алюминий, стики, все. Муа. Рулится просто шик. Блин, все еще доработали с этими холмами. Значит, они бегают, пока все по кайфу. Работают без нареканий. Специально пристегиваемся. Вот так. Фэншую. Так, батареечку сразу воткнем. Вот, да, идем сюда поближе. Мам, там голова Лего. Голова Лего? Голова Лего. Понял, понял, сынок. Человечка от Лего. Голова. Ну зачем вы трогаете чужое грязное? Хер знает, что это вообще там история этой штуки. Так. Типа вот так вот я тут делаю. Разъемчик выбираю. Пробуем, чтобы не съедало. Бывает такое. Так. Так, сюда. Что-то орет куда. Поэтому да, хочешь летать, придется и подрочиться с одной клешней. Ничего страшного. Это нормально. Вот. Сейчас я потом у Юльки заберу GoPro и поставлю ее сюда. Ну вот это. Жар-птица готова. Сейчас эти моторчики раскрутятся. Батарейки 70C. Блин, летает прикольно. Вот для гонок, скорее всего, не подойдут. Все, зайчик, туши.
Все. Вот так вот, короче, упали. Здесь все в траве. Сейчас очистим, продолжаем. Пробчик чуть-чуть. Чуть-чуть перекрутил. Что-то типа халф-мэтис, хер пойми. Да, там люди на тропе, которые ближе к озеру. Ага. Видишь, и тачка идет? Машина, да, впереди. Ага, вижу. Остановили что? Да. Блин, палец соскочил. Короче, это будет все камни годные. Дай. А ты все снимаешь, что ли? Да. Ну, то есть, да, вот бывают такие обломные ситуации. Просто люди видят, слышат все, и вот так вот приходят рядышком, начинают собирать там и что-то искать свое. Ну, ничего, мы не расстраиваемся, сейчас поедем еще куда-нибудь слетаем. Пау! Короче, теперь Юкина очередь. Ты включил, да? Да, все включено. Работает? Ну все. Это люто. Фига ты накрошила. Прикольно, первый раз. И сразу полетел, как на хера. Блин, надо направить, наверное, как на полет. Все, нормально? Да. Ты так сильно, куда? Бля, нос раздолбили. Ну, уже давно раздолбили. Надо вот так, подальше. Центр тяжести сейчас сместим. Может быть, еще прикольно будет, давай. Почти. Еще? Да. Ирсишки, они такие, прикинь.
Похер, ложи. Вообще просто лютая. Так, попробуй, рули. Ага. Все. Ей! Чуть не убил меня. Че, еще давай? Я хотел выключить. Еще попробуем же, да? Давай. Снимем это на видос. Блин, круто у тебя получается. Путай быстрое управление, как-то надо по-другому делать. Надо самолетчиков узнавать. Я примерно уже начинаю. Давай теперь я попробую, ты кинешь. Я видос не буду выключать. Сейчас сразу снимается. Я чуть-чуть тоже пролетел. Прикольно. Траву, зайку, убери. Ага. Все, батарейка, видно, сдохла. Ну, как бы на этом и все. Здесь еще самый лютый прикол. Апа питается от блока питания. Просто подключенный 6С батки. Все, вот она. Функционирует. Просто блок питания. Из розетки которой. Вот, от шлема EV800. Так что лайфхак, ёпты. Следующая остановка. Заброшка. Сейчас попробуем заюзать здесь. Короче, вон я уже поставил стульчик. Вон, со мной идет Юльчик. Сейчас попробую первую разогрею, вторую стикам попробую снять, если телефон не затупит, короче. Вот так что смотрим дальше. Woo!
что думать, сегодняшние приключения в Перми подошли к концу. Ну все, до новых встреч, давай, пока. Зай, махай. Дети, махайте.